Всем привет, друзья! Мы сегодня, да, добрались наконец-таки до Atomic Heart. Это вторая игра на канале, про которую я ничего не знаю. Первая это была GTA 3. Сейчас это Atomic Heart. Ни единого ролика, ни единой новости. Я ничего не знаю про эту игру, но что касается именно геймплея, там сюжета, естественно, трейлер я видел, да. Что же, мы начинаем это прохождение. Блять, даже не знаю, давайте посмотрим пока по настройкам. Режим для стримеров, блять. Изменение музыкального сопровождения для режима стриминга. Я, наверное, а нахуй мне это надо? Ну, прилетят АП и прилетят, я же не получаю деньги на этом канале. Использую динамик-контроллер, я выключаю, потому что это вообще полная хуйня. Озвучка русская. Да, применить. Потом мы приходим в геймплей, язык русский, субтитры, надписи, все по-русски. Ага, ага, тряска камеры 0.8. Масштаб, режим 200... Что? 120 герц? Давайте включим. Не знаю, что это значит. Мне кажется, не будет в 30 кадров игра. Ну чё, парни? Поехали. Начать новую игру. Мирный атом. Локальный сбой. Армагеддон. Мирный атом. Рада приветствовать вас из на легкой... Блять, я читаю, я только проснулся, читаю, как чмо ебаный. Обзорная экскурсия по предприятию номер 3826. Товарищ, эффектные и динамичные бейс-роботами не будут требовать от вас значительные усилия и сильно отвлекать от повествования. Конечно, сражаться все равно придется, но в истинном напряжении вас будут держать только сюжет. Локальный сбой. Так, можно посмотреть? Нравится преодолевать трудности? Достойно уважения. Не станем вам мешать. Это не прогулка по парку. Некоторые боевые ситуации могут показаться сложными, а задача потребует хорошей сноровки. Зато вы всегда сможете вдохновиться чувством собственного превосходства после прохождения очередного этапа. Если больной хочет жить, врачи бесит. Армагеддон. Есть ачивка про игру на Армагеддоне, вроде бы, поэтому... Ну, я не буду сейчас, это потом. После прохождения я буду быть достижения всякие разные. Товарищ обладает богатой фантазией и грязными мыслишками. Тут уже ничего не поделаешь. Так было задумано. Стисните зубы покрепче, вас ждет настоящий кошмар, где для выживания понадобится опыт, скорость реакции и умение правильно распоряжаться ресурсами. Экономьте патроны, всегда держите один про запас для себя, блять. Звучит не очень оптимистично. Локальный сбой, наверное, это легкий, средний и пиздец. Буду играть нормальным. Локальный сбой, принять. Совет от Храза. Кто такой Храз? Я вообще ничего не знаю про игры, черт возьми. Только знаю, что это, естественно, СССР там. После Второй мировой мы всех ёбнули, стали крутой державой, ну, в общем-то, да. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс ЧВНей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Ебать! Здравствуйте. Музон атмосферный, очень атмосферно. Ну да, я, видимо, я... Можно, наверное, отключить субтитры у всяких NPC, но я, наверное, не буду. Зачем? Либо я бы этого робота отъебал бы, если честно. Мне кажется, даже это прохождение будет, знаете, отличаться от предыдущих, потому что реально я ничего не знаю про игру, что делать, куда идти, что будет в конце, поэтому... Здравствуй. Ебать. Можно? С удовольствием. Да лети ты нахуй отсюда. С удовольствием. Как странно, выбор сработал, я вроде не нажимал ничего. Газировочка. Сейчас у вас 5 копеек, да? То есть это бесплатно? Так это и работает? Я бы понизил опять чувствительность. Всегда веселюсь, когда вижу. Заметно. Я бы чувствительность поменял бы правого стика. Что-то быстровато. Красота. Это свинья? Это свинюка? Улица Клубничная, улица Домашняя, площадь Ландау. Чё-то как-то, блядь, не по-советски. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Чё они тебя разбегали? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третьего нас особенно с
боит. Мне фасады красить. Я знаю, что главный герой это... Это мужчина. Ну, короче, он из этих. Я забыл. Подразделение. Самый главный... КПСС... Нет, не КПСС. Какой КПСС, блядь? Ну, короче, вы поняли. Самый главный, типа... Охранник. Он марширует, смотри. Это что такое? Как настроение? Ой, Никита Юрьевич. Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Это актер озвучки. Как тебе твоя новая перчатка? Вообще с кайфом. Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штокхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Мне приятно, что это игра от русских разработчиков. Вот без шуток. Это прям приятно. Я играю... Русскую игру. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зану. Я, кстати, кое-что забыл сделать. Игра была чуть-чуть потихо, я на монтаже погромче сделаю. Сейчас будет все нормально. На том свете выспимся, пройдите до парка. Секундочку, подожди. Наконец-то я дошел до управления. Чувствительность. А, это 0,5? 0,5 очень много. Вертикальная чувствительность, горизонтальная. Подожди. 0,2? Сохранилось? Бля, это не та чувствительность. Совсем скоро начнется выступление генерального директора... Я нашел баг в игре, не работает чувствительность. 26, академика Дмитрия Сеченова. Я, кстати, купил игру. Установил ее. А у меня пауза не работает, это нормально, адекватно? Ладно. В целом, неплохо. Мысль. Познайте мир по-новому. А это он бегает? Так быстро, ебать. Пауза не работает, мужики. Здравствуй. Приобретайте вестник предприятия, товарищ. Всем направлением прорывы, как раз к полимеризации, и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. А сколько стоит Терешкова? Прогресс не стоит на месте. Именно так. Аж гордость берет. Что, в биологии нового... блядь, я не знаю, что нового в биологии. Так применить. А что там в биологии нового? Решительно все, дорогой товарищ. Вот, например, завершили разработку экспериментального витаминного комплекса, который обещает срок жизни каждого советского гражданина довести до 100-150 лет. А нахуй это надо? Это ж сколько терпения нужно, чтобы столько жить? Что с ногами, Вась? В области робототехники как дела? Как дела, да, реально? В области робототехники как дела? Говорят, через 5-6 лет роботов уже будет не отличить от людей. Да ты что, да ты, мне кажется, и так похожа на человека. Вроде меня полностью обновят покрытие на отзывчивую к мельчайшей мимике полидерму. Вот так придете купить газетку и даже не догадаетесь, что разговариваете с роботом. Блять. Как по мне, то лучше, когда сразу видно, кто... Ну, знаешь, что ты и так робот. Я, наверное, пойму сначала, что тут робот работает. Про оружейное дело можете рассказать? Про оружейное дело можете рассказать? Профессиональное любопытство. Заметка про новое оружие скромная, но вроде как товарищ Калашников, основываясь на работах Гаусса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещает поднять... Ну, Калашников может. Знаете, какой у него автомат имеется, блядь, это вообще... Я бы из такого пострелял. Ну, по мишени, конечно.
Все, давай, пока. Ну, не буду вас отвлекать. Всего доброго. У меня это баг. У меня пауза не работает. А. Как чувствительность, она не сохранилась у меня, во-первых. Газета мне сейчас только не хватало. Блять, ну конечно, на PlayStation сейчас бы это ебаться с настройками, 0.35 от дома будет нормально. На кой оно? Во. Газета существует в качестве источника информации, если вы не в курсе. Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе. Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это не заставит... Да нахуй мне это надо? Но читать вывески... Добройтесь к параду. Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки. Вот паршивец. А как? Куда нажать нужно? Присоединяйтесь к коллективу с помощью системы мысль. Что-то игра мальновата, вам так не кажется? Добрый день, товарищ. Подходите, представитель предприятия. В вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Что, блять? Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Я просто наблюдаю, извиняюсь. Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Я могу подобрать вам нужную конфигурацию, вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает? Что это такое? Мысль какая-то. Куда она вставляется, друг? Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В голову он у него вставлен тоже. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика, но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Ча АП въебут за эти. Подключай, чё, ну похуй, давай. Включай. Я не знаю, что он вообще хочет мне сейчас втюрить, но... Подключай. Чё, реально фиалку выберешь? Вообще писали, что это киберпанк от русских разработчиков. Но... Возможно, это так и есть. И чё? Почему... Субтитры не пропадают. Что-то многовато багов, мне кажется, не? Не могу получить доступ к вашим биометрическим данным. Возможно, какой-то сбой. Извините. Ладно, не парься. Я все равно не люблю бижутерию. Бывает. Извините еще раз. Да, знаете, да, ничего. Спасибо. Ничего не надо. Ебать, вот они заработали на этой песне дохуя миллионов и въебали авторские права на ютубе, поэтому я пошел нахуй отсюда. Вот до того края, чтобы было видно. А кто это такой? Отличная композиция. Давайте я буду дама из будущего, а вы два моих солдата. Есть! Бля, может субтитры офлайн, которые вот у других персонажей. Известие. 15-й не праздничный ужин, 19:00. Слушайте, но мне на самом деле... Нравится игра. Чё, блядь? Что ты читаешь? Что у неё, блядь? Мне не нравится, что он как-то странно ходит, слышите? Типа делает... Он сначала идет, а потом начинается рывок, и он бежит. Но тоже это довольно-таки странно. Локальный сбой, размытие в движении, яркость, режим, поле зрения, язык, субтитры к надписям. Ну чё-то хуй знает. Ходит он странно. Обойдите толпу. Сохранение. Ебать, тут этих роботов, да? Подожди, это МГУ? Дом совет... Дом педерации... Дом... Я не знаю, ну как будто я тут даже был. Ну хотя это же не Москва у нас. Я не ветеран. Пока что. Я тебя где-то уже видел, мать. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Да вообще, ёп. Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается... О, еще один, блядь. Мне нравится. Не, я не пойду. И говорят, там красиво. Не врут. Я не знаю, вообще в игре открытый мир, либо нет. Вот это единственное, что я не знаю. О, это этот. Вечный огонь вот есть. Чё стоим?
Греемся. Мужики, не грустите, играют. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? Ой, ни хрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что? Не понять. Ебучие пироги, блядь. Чё себе ты ругаешься, другалёк? Гагарин в космос полетел. Ну, короче, понятненько. Тут СССР просто всех выебало. Самая лучшая страна. Держава на все века. В целом, все хорошо с ней. Гитлер соснул, блядь. Настанет день, когда человек создаст дружелюбную атмосферу. Разрешите поинтересоваться. Чем я могу быть полезен, товарищ? Не знаю, я просто подошел. Скажите мне о космосе, но готовы ли чаще покинуть свой колыбель? Скажите, про пришельцев. Скажите, а пришельцы существуют? Ах, если бы мне давали по рублю за каждый такой вопрос. Я не знаю, молодой человек. Но я очень надеюсь, что скоро мы сами доберемся до звезд и станем для кого-то пришельцами. Интересный подход. В таком ключе я об этом не думал. Спасибо. А мне кажется, так и есть. Бля, вы все спрашиваете или нет? Расскажите мне о космосе. Ха, ну и вопрос. О нем можно бесконечно рассказывать и не сказать ничего по итогу. Единственное, что ясно точно, только там мы найдем ответы на вопрос, как же нам жить здесь. Чё, блять? В смысле? Ты же на планете живешь, выясняй. Ну и как, готово ли человечество покинуть свою колыбель? Ну и как, готово ли человечество покинуть свою колыбель? Вопрос философский. Если речь идет о технической возможности, это вопрос нескольких... Я бы субтитры по-другому бы сделал в игре. Не очень неудобно оформлено. Каждый должен ответить себе сам. То есть P3 типа это я, а не внизу. Занятную беляша приспособили. Кого, блять? Это беляш? Да, и совершенно внезапно. Оказалось, что МА-9 может использовать полимерный излучатель в качестве лучевой сетки. Блядь, он же мыльный, нет? По сути, теперь он стоит в метре от меня, он мыльный, у него мыльная ебала. Ладно, да, братан, бабе. Ничего не нужно. Охренеть. 10 минут разговаривали. Ничего умного. Какой 10 минут? Прошло от силы секунд 30. Он просто делает свою работу. Семечками пусть идет торговать на рынок. Знаток космоса, блядь. Знаток космоса. Продемонстрирует профессионализм, соответствующий вашим претензиям к окружающим. Здравствуйте. Ага. Опа, видали? Майор Нечаев по личному указанию товарища Сечкина. Майор Нечаев. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Взаимно, взаимно. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Пока что, по первым впечатлениям, кажется чуть мыльно, и странно он ходит в свободном мире. Вот сейчас он просто ходит, а на улице он просто с рывком вот так начинает идти. Нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный... То есть знания у нас... Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? То есть ты делаешь укол, и ты, сука, все знаешь, да? Какие знания будут доступны каждому? Но в целом... Да, знаю, знаю. Можно пропустить это? Это неплохая идея. Простите? Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. А товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. Какую? R1. А, она примагничена, что ли? И как ее это использовать? Да не, это киберпанк, алло. Там у Ви тоже такая хуйня была. Ну, похожая. Да мне кажется, нет, у него вроде отсюда она была. Не отсюда, а вот отсюда. И что, я все, я умный? Только что
вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления. Подожди, меня интересует, почему ноги как идиоты выглядят, блять. Кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Меня точно АП за музыку въебут. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Так, сканер, нажмите R1 и повторно удерживая R1, чтобы активировать сканер. Нажмите R1 и повторно удерживайте. Окстись, дочь моя. Нихуя себе. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим... Ну, два раза нажать нужно. ...специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. Кто? А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Да. Заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь... У вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Ну, сквозь стену, что ли? ВХ, что ли, халявная? Это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Прикольная хуйня. Покиньте лабораторию. Могу тебе ходить сканировать. А зачем мне это надо, я не понимаю. Ой, я хочу такого домой себе робота. Окстись, демон. Ебать. Ну, выглядит все атмосферненько. Даже очень. И это против вот этих буду воевать? Судя по трейлерам, не? Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие... А это что? Не знаю. Да ебать, тут реально... Что за флаги? Не настоящие, да? Это какие-то деловые шишки здесь, либо кто? Какие-то пиздюки у меня здесь стоят. Ладно, давайте, ББ. Я такие в «Мафии» видел, второй. Когда играл. Не, что сказать, в целом выглядит, ну, пиздато. Но опять же, мне немножко не нравится ходьба и субтитры. Наш вождь нас под красное знамя собрал, и наша судьба Ладно, похуй. Да я тороплюсь. Уже потано. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранителей. Какой-то это немец мне что-то пиздит под руку. Ебать, тут никого нету. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Не, красиво, базару ноль. И как его использовать? Прям так. Не, слушайте, но это, конечно, интересно. Проследуйте в офис Сеченова. На том свете выспимся. Название главы или миссии, задания, я не знаю. Ну, как-то... На том свете выспимся, блядь, звучит неубедительно. Но ноги, видите, они без тени, какие-то треугольные. Как будто сэкономили. Как будто денег не хватило у наших пацанов. Да, идея еще классная, на самом деле. Не, это перспективно, то есть выучить там за одну минуту какую-то отрасль. Это реально крутая тема. И любой язык там, ну, блядь. Это вообще сколько стоит? Как будто они так...
подают, как будто это бесплатно. Ладно, я пошел. Вот R1 как-то непривычно нажимать. Ух, вот ебать. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Девчонки, здорово. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Как она это сделала сейчас? Она из руки высадила ключ. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Блять, давай лучше, да, пойдем отсюда нахуй, потому что что-то у них какие-то ебальники злые. Сесть вот это в турбину. Турбина — это машина. Бля, мы так долго поднимались сюда, кстати, ради вот этого 5-секундного удовольствия наблюдать за голыми этими тёлками. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные... Ну просто интересно, вот этот Сечин станет ли там главным злодеем в конце игры, просто интересно. Отправной точкой в далекие уголки вселенной. Я лишь... Может быть, он сойдет с ума там. Увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Да, он пиздобол. Наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках... Почему я не могу сесть, блядь? Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Так, Сечина, секундочку, я тут что-то пиздецово себя чувствую, конечно. 0.25. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П3. Почему он называет П3? Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, Пидор третий. Я не знаю. Стремится разрушить мечты. И тогда на сцену... У меня жесть фамилия. Я майор Нечаев. Как ты, Сергей. Серега меня зовут. Защитить человечество в его предназначении. Блять, ну. Нужно кого-то устранить, шеф. Как спокойно ты об этом говоришь. Кого устранить? Надеюсь, до этого не дойдет. А, но не надо. Обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так, да, это понятно. Сергеевич, тебе просто такое вступление идет в начале игры. Я понимаю прекрасно, зачем все это надо, потому что, ну, блядь, да. Если бы я зашел бы и мне сказали, иди играй, я бы, конечно, растерялся, да. Машина. С днем полимеризации. Достижение. Выглядеть из Челомея. Первое достижение есть. С кайфом. Так, надеюсь, что управление будет адекватным на автомобиле. Очень надеюсь. А нету карты никакой у нас. Не убивай меня. Ты добрый? Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Он выглядит как какая-то ядерная мини-бомба, бля. Не знаю, сейчас просто рухнет на меня. Че он делает, блядь? Так. Ну, радио-то здесь должно быть. А-а-а, так... Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли так... во всех крупных городах. Да-да-да, я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок... Да, Америка сосет, ребята, хорошо. Количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил... Я думал, мне придется на машине самой ехать, а мне не дают. Это просто музыка. Давай. Другое авторские дело. Права. С удовольствием. Спасибо, Серега, блядь. Ты меня уважаешь. Ты уважаешь мой канал и мое прохождение. Не, конечно, можно режим стримера включить, но а так мы потерим атмосферу. То есть вся атмосферка, она... Пух! Испарится, кстати. Вот в этом здании я был. Миллионы, миллионы алых роз. Кстати, мы живем... в воздухе. Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Подожди, мы живем в воздухе? Я Лоймайн, фюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Подожди. Вот эти маленькие острова, это типа как вам вот эти... кажется, что это было уже слишком? Не кажется.
Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеи. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Нет. Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаги? А я-то думал, почему мы не едем? Реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Но мне не очень нравится, что город разделен на маленькие робот, который носит название Шмель. Дроны, из-за что это в воздухе. А что внизу-то у нас? Летающую свинью? Охуеть! А вам коровы случайно не встречались летающие? Родина мать? Я вижу, там какой-то гений. Ну, она по-другому выглядит чуть, но это... Ну, так они сейчас и полетят. Так вот она и на земле стоит. Майор, земля снизу. Вопросов, у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы? Этот храс, это типа... Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда... Мой голосовой помощник. Типа Яндекс Алиса, блять. Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Реально, а я думал, что мы сами не можем поехать на машине. Я тебе понимаю. Но мне не очень нравится такая тема. Ну... Ракетка просто одна. От американцев. Пиум! Все. И нет, блядь. Это мы где? Это так они скипнули время так плавным переходом, либо что? Алло? Я просто в тумане. Кажется, что-то я вижу, нет? Вроде и нет, не вижу. Серое поменялось на белый. Мы летим вниз, мы падаем? Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Вот она, Россия будущего, ребята. 47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Вот это мы уже на земле. А уже не видно ничего, да, сверху, а не видно. Проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах... Вот тут графон красивый очень, сочно выглядит. ...передовой технологии конструкторского бюро «Человей», личной разработки профессора Левитинского. Не, ну тут есть, конечно, какие-то архитектурные, да, строения из реальной жизни, плюс-минус, да, но я думаю, что они не могли взять прям точь-в-точь. Им бы въебали АП и все, и закрыли бы навсегда. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети, коллектив 1.0. Нейросети захватили наш мир. Блять, дайте поиграть, суки, ну... Вступление, конечно, чуть-чуть скучновато, я соглашусь. Если так кто-то говорил, я не знаю, блядь. Это что за стена слева? Научный центр Сеченов, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солну, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ. Находящийся здесь же парк Дружбы Народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие... Прямо что, на востоке вообще страны, я не знаю, где мы базируемся, блядь, что мы, где вообще? Величественную стелу призыв Родины... Призыв Родины это... ...в победе Советского Союза во Второй мировой войне. Возведенный по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Ну вот эти всякие памятники, вот эти стелы, они выглядят атмосферно. Даже как-то не по себе, как будто бы, да, если близко подойти. Самостоятельно возвела стелу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Базар, базар, я очень рад, конечно, да, но... Может быть... Нет? Походим. Мы всегда рады
группу СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться. Это Казахстан, я отвечаю. Это Казахстан. И фантастических достижений науки. И да нет, я не знаю, где мы, блядь. И всего советского народа. Графон начинает боевой разворот. Товарищ майор! Чего, блядь? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Вы чё ебан... Хотел пострелять, получай, блядь. Завали ебало и стреляй, называется. А у меня нет оружия. Меня хотели уничтожить, какой-то... Помоги мне. Еще она мне просто вот так, да, блядь. Что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Мужики. Ой, блядь! Детройт Бекэм Хьюман, я знаю, да, молодцы. Пиздец, все. А что случилось-то? Да, реально? Отстань. Ну, сейчас Терешкову тоже пизданут. Подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. И испепелит нас к хуям собачьим. А что произошло? Как так-то? Ой, пожалуйста, помогите. Держите меня. Да какого хрена? На нахуй. Нет, Валечки, все. Вообще в натуре я в ахуе, блять. И хотел пострелять, думал, что за хуйня. В итоге просто взяли Atomic Heart. Вот игра называется, то до сих пор вдруг не понял. Ладно. Допустим. Не, просто, если расскажут, почему так случилось, то будет понятнее, естественно. Схуяли там роботы, блять, стали как будто, ну, оживать, грубо говоря, так как это было в Детройте. Идти против там людей. Серёг, надо вставать, Серёг. С такой прической хипстерской надо вставать, братан. Лежать долго нельзя. И на нем не царапина, серьезно? Все в стране начался хаос. Все, пиздец. Это все китайцы. Они взяли, запрограммировали роботов. И они будут захватывать через них всю нашу страну великую. Я понял. Или американцы. Ну, блять, 100%. Черт, как же болит башка. Да, да ты что? По тебе не видно, если честно. Не, ну хотя бы нашего героя показывают с разных там ракурсов. То есть я вижу, как он выглядит. Ой, блядь. То есть... Вот с этого момента начинается лютый пиздец. Там чел повешен. Нихуя себе! Это он как силы мысли сделал. Мне похуй, подрубить топором сейчас всех уебков. Аж ебать... Волшебник, я по три, прием. Ой. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. Ну вот и взломали. Я об этом тебе и говорю. Нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Я не буду это объект делать, должен нет. Должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно я не буду это делать. Отбой. Да куда ты, блядь, тупица? Я хотел робота разрезать. Не, свиняку я не буду сейчас кромсать, не хочу. Диахуэл, ой. Поехали, попробуем геймплей. Эй, пидорасы. Ага, ага, давай, удачи. А, ты умеешь уворачиваться? Уклонение летящих плитов снятых в поясе. А, меня курица уебала. Ой, блядь. Нормально все? А ты что лежишь, долбоёб? Уклонение.
А, ну понятно, в какую сторону туда, ага. Поехали, хорошо. Нахуя мне вот это влезть? Это что за жижа? Ладно, не буду. Комплекс, найдите вход в комплекс. Какой нахуй комплекс? Корова. Ой, блядь, что это такое? Наш тебе. Нам... Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины. После чего так он еще и предатель. Работы в комплекс Вавилов в качестве... Опа! Интей карта. Нихуя непонятная карта. Отвратная карта, я так скажу. Лор, ну это понятно. Это про всякую хуйню, мне прописывают. Инвентарь у меня только топор. А у него есть какие-нибудь модификации? Нет? Загнанный в угол швед опаснее бритвы. А, это швед ты. Чё за швед, блядь? Я хуй знает. Это явно не то, что у меня в руках. Разберемся. А куда идти? С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Сейчас разберемся. У меня меточки есть. Помогите же кто-нибудь! Эй, мужик, иду! А там робот, не открывай! Обосрался? А, подни... А, ну... Охуеть. Меня робот в говно сейчас скинет. А где топор-то твой? Серег, ну... Пошел нахер, сука! Мне кажется, ему не больно, братан. Не-не-не, так это не работает. Нахуй. СПС. О, из трейлера бабуля. Чё ты рот раззявил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. И ты одна из сумасшедших, я так полагаю, да? Ага. Не за что, молодой. Баба Зина. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут ты президент? Происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... Каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? А топор-то где твой? У меня есть. Я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Справедливо, бабуль, справедливо. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. И что, копать собираешься вилами? Твою по-моему... Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь! Ну, это легендарная фраза из трейлера. Ой, блядь! Сейчас заклют же, нахуй, пчелы. Сюда. Быстрее, 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 быстрее. Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо. Сука, вправо. Вот так. А я их пока задержу. Бабой, может, не стоит? При арсенале, блин. Ты что задумал? Так. И за К-47 бабуля стреляет, блядь, по вантапам, не? А, у нее патронов бесконечно, да, в магазине. Ну что-то как-то некоторые моменты выглядят не очень логичными. РПГ бабуля нашла, сейчас пизданет по роботу. А, одним вы съем двоих, да? Так это и работает. Твою мать! И вот он, мини-босс, да? Первый, нет? А бабка-то где? Похуй на бабку. Ну вообще, сейчас, если мы упадем, то есть шанс умереть. Так просто, ну, если кто не понимает. Нашему главному герою вообще похуям все это. И что, я один? Без оружия, без бабки?
А тут тоже все мертвые. Ты что делаешь? А-а-а, ну конечно. Вот вляпался, блядь. Топор сохранился. А чё в комплексе тут... маленькая капсула с непремом. Я могу вещи притягивать. А, то есть я нажимаю R3, и он типа затемняет экран. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Ясно. Да пиздануть по ней. Да подожди ты тут. Эй, другалёк. Преодоление препятствий. Ага. Хорошо, это еще за где? Это из метро шахты, я отвечаю, очень похоже. Я не знаю, что касается стелса здесь, но... конечно, лучше поаккуратней. Тут ничего нету, да? Ладно, место мрачное, на самом деле, очень мрачное. Уровень тревоги 0. За мной не видно, у меня какой-то уровень тревоги есть, но он показывает 0. Блин, закрой пиздак свой, блядь. Когда смогу, тогда и помогу. Вообще, почему этот вентиль там находится? Ты хуй пойми где. Ну, давай, друг, я тебе помог. Да его на части разорвет сейчас. А мне не страшно, мне похуй. Я знаю, что этот хуй меня не убьет. Че, мне дали автомат? Патрон для дробовика мне дали. А где дробовик сам? А вот, ну а как его поставить? Кто знает? Ага, зажать. Один патрончик-то с кайфом, сейчас постреляем. Так, ну я понял управление. Неприлично, что на кружочек он не садится, да. А быстрого оружия нету, да, здесь? Увеличить слот. Отпустить для выбора. Я пока топор возьму. Потому что патронов нет. Безопасные зоны. Каждая комната отдыха является безопасной зоной. В каждой из них находится автомат для ручного сохранения игры. Я смотрел, кстати, все серии. А это что? Ой, нихуя себе, патроны, капсулы. Что такие капсулы? Может, какие-то гранаты, я не знаю. Сохранение. Виктор Петров найти и обезвредить его надо. Приятные комнатки, очень дружелюбные. Предупрежден, значит, защищен. Противники могут использовать мощную атаку, которая при попадании... попадании, блядь, собьет потрясно, когда противник собирается атаковать, Храс подсвечивает самый удачный момент для уклонения от удара. При активации красной подсветки во время движения используйте уворот для избежания урона. А, ну, бля, это, конечно, надо тренироваться. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я сзади? Постарайтесь не попадать такой... мощные атаки робота. Да они все мощные. Я понял. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее. И используйте для экстренного восстановления повреждений. Так, подожди, надо разобраться с этим. Я пока не такой умный. Маленькая капсула... Так, маленькая капсула с непремом — это здоровье, хорошо. Использовать его можно только здесь, либо же... вот здесь можно использовать. Хорошо. Майор, будет... маленький... ой, маленький, блядь, массовый сбор ресурсов. Если перед вами есть множество ящиков, вот нажмите R1 в направлении них. Но это я понимаю, да, это я понял. Встречающийся на пути. Слушай, ну вот это и прикольная тема, да? Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Охуеть. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Да-да, вы просто нашли способ, как сделать бесконечное количество всякой хуйни у меня в инвентаре. Я понимаю прекрасно, ребят.
Чё за хуйня я нашёл? Ты зачем это включил, а? Товарищ Муравьёва, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Кто это пиздит? Говорю, я по делу. И не товарищ я тебе Муравьёва, а баба Зина. Не велено вас пропускать, товарищ... Баб Зина, ну распоряжение сверху, не могу. Чё это? Всю дорогу я тут ходила. Баб Зин, ты не уважают у нас. Слушай сюда. На нахуй. Либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Так-то лучше. Свободен. Чё-то баба Зин тут не уважает, походу, да? Найти Виктора. Где я тебя, блядь, найду этого Виктора? Я могу открывать? Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Ага, я понял. R1. А-а-а, и он его сам отключает. А, надо нажать было на кнопку. А я думал, что это за кружок горит. Ладно, я понял. Да не, что-то, блядь, пока... Он тоже, сука, уворачивается. Как на Армагеддоне игру пройти, я не знаю, для ачивки будет. Сложновато. На, блядь. Я понял, я не сразу догнал, что нужно нажать кружочек. Мой фейл, извиняюсь. Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу кольцовый чай. Миш, я быстро. Я пока всякий мусор собираю, не знаю, но... Наверное, это мне все необходимо для каких-нибудь там крафтов потенциальных. Но не везде, да, находится шмот, шмот всякий разный. Шмот, блять. Ну, тема удобная, то есть, чтобы вручную все не искать, не обыскивать. Зажал кнопочку и ходи гуляй, блять, собирай всякое хуй. Барахло. Подожди, у меня 5 этих. Мне кажется, 5 максимум. Надо перезарядить дробовик. Я патроны нашел все-таки. Но пока стрелять что-то не очень хочется. Экономить патрончики, я думаю, необходимо. Раз, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. А-а-а, нихуя себе взломщик. Ты чё, в мафию переиграл, блядь? А как? Ну, вроде должно сработать, не? Ну, это и Скайриму тему они спиздили. Из-за Фоллаута 4-го. Берешь и поворачиваешь, да. Детали из металла. Я просто надеюсь, что тут какой-то будет крафт, типа улучшение оружия там, да? Модификации. Это чё, бля, я видел, ты лежал только что. Ты придурочная башка. Ух, нихуя, мощный удар. Ой, блядь, ну вот пока мой... Вот мощный удар, я пока что-то... Предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Пиздец, он сложный. Здесь в алгоритме коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Я думаю, нет. Но это займет определенное время, за которое погибнет... На нахуй. Да пиздец, они сложные, бля, я ебал. И это на нормальном уровне сложности. Типы просто меня ебашут, я не знаю. Игра сложная, дропаю. Пошли. Разберемся. Похуй. Давай, иди сюда, пидорасина. С двух тычек, да, сдох? А? Давай, чубзик. Бля, надо попадать, конечно. Да, держи.
Так, ну, в целом неплохо. Темновато, мне кажется, не? Откуда он вышел? А, тут просто он был помещен. Так, серьезно. Вот эти какие-то штуки я слушаю, это приколюхи, да, какие-то голосовые сообщения всякие. Но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог. Мы заблокировали фуникулерные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов. Ой, блядь. Сука, он одной рукой перезаряжается. Тут еще одно сообщение. Мой милый Вилли, оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Я организую документы и приду за тобой. Очень знакомый голос. Мы выберемся из этого кошмара. Как будто в Киберпанке я слышал его. Целую. Вечно. Эль. Эль. Подожди. У меня вот эта хуйня выбрана. Это большая капсула. Я хочу маленькую изынуть. Не, это все время дело времени, то есть я приноровлюсь к управлению, я стану профессионалом этой игры. О! Видел самые порочные грани человечества. И лишь не только глубоко заблуждающихся замах. Я и сюда могу войти, хотя мне нужно в другую сторону. Подожди, архив закрыт. А открыть его нельзя, да? Ну и хуйня полная. Подожди, а мне вот туда нужно, но я могу зайти вот сюда, например, не? Ведь тут все открыто, все двери открыты. Ладно, допустим. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? А, все понял. Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 30. Ну, комплекс точно не безопасный. Что-то не так. И сейчас идут какая-то хуйня машина огромная. Я эту хуйню топором я не зарублю. Не-не-не. Есть. Конец игры мы проиграли. Хорошо. Все. Серега сдох. Ну. В целом. Игра выглядит неплохо. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 5. 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Для какая, блядь? Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя? Я виноват. Не до любезности. Я виноват. Зажим. 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 Принеси сейчас. Там. Здесь откуда? Быстрее. Ну что копаешься? Подруга? Она не нужна. Он сдох. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Лариса, тебе имя такое не идет. Держи тут все сама, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Ты что делаешь, блядь? Отлично. О, хоть что-то вовремя. Сделал? Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса! Еще типа лазером! Куда ж ты? Привет. Этот Five Nights at Freddy's. И чё, это первый мини-босс? Чё, серьёзно? Думаешь, блядь? А он сам умирает. А, так он легкий, не? Подожди, моты. Показывай один раз. Ой, блядь. Это чё за мини-босс такой? Вы чё, пизданулись? Смотри. Опа, тихо. Опа. Оп. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Большой пиздани сразу по максимуму. Ага. Очень медленный у тебя удар, другалек. Очень медленный. Ай. Ай-яй-яй. Ой-ай-яй-яй. Попал. Ай. Отбегалась железка. Ху, долбоёб, бля, в черном. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся. Ну че, мужики? И может быть дама, не знаю, хуй поймешь. Закончим на этом первую серию. Однозначно, да, я буду проходить игру на канале. Не дропну ее. Но я думаю, что у нас будет два прохождения идти.
одновременно. Я хочу очень сильно еще сейчас пройти Metro Exodus, поэтому я думаю, что в следующем ролике будет метро. И вот так по очереди будут они выходить. Иногда, каждый день, иногда через день. Вот. Паузы длинных я делать не хочу. Все, всем спасибо. Игра классная. Есть пару минусов, но в целом это играбельно. Мне даже нравится. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.